У нас сегодня волонтерский движ вместе с Тазалыком. Нам выдали вот такие вот кейсики а-ля рюкзаки, где внутри лежат перчатки, и мы по городу будем собирать бычки и мусор прочий, которые вот чебуреки выкидывают, не доносят до урны, из машины курит, выкидывают. Мы это будем собирать. Вот, совместно с Тазалыком, чистый патруль некий. Ну, смотрите, три минуты. Прошел, смотрите, сколько бычков, да, это мелкий мусор, который тяжело выковыривать. Блин, какие же вы, ребят, давайте беречь наш город, пожалуйста. Ну, забери с собой, не видишь, ну, в карман положи, потом дома выкинешь. Ну, нафига ты в кушари кидаешь еще? Ой, что, Рамис Баке? Так. Сознательность горожан у нас, да, вообще? К сожалению. Но есть надежда. Молодое поколение, да, хорошие? Молодое поколение, они, будущее за вами, на вас надежда. Выковыривают. Вот. Тупаки какие, четкие у Рамиса. Базар, да. Че, жестко, да? Ириш. Очень. Это я. У меня столько вопросов в голове, я просто не укладывается. Это же все цепочкой, да? Получается, конечно, идет. А, ну, это что-то... родитель, да, кидает, потом ребенок, потом ребенок своему ребенку показывает. Я вот хочу сказать мамам и папам, вы когда с детьми гуляете, я сама замечала, когда сами родители мусорят. Вы же сами пример подаете детям. Чистота начинается с себя, да, и изменить мир тоже себя начинается. Поэтому, пожалуйста, правильный пример подавайте своим детям. Учите их, что мусорить нельзя, курить нельзя, выкидывать нельзя. Взял и выбросил. Это очень легко. Это базовые правила жизни. Вон, Рамис Баке. Вон, смотрите, вон лежит. Вон кусты прям кинул, вон бутылку. Вон там лежит. Да. Вот, вот, прям. Давайте. Вот тоже закинул. Красавчик. Это самый чистый район города Бишкек. Мы вот здесь только прошлись. Вот битком.